Не бойтесь, я когда живой был, тоже боялся. Федор, тебе не страшно? Ты самый смелый. В этой акватории, да. Потому что там чок нагнало. Я их пытаюсь выполнять. Понятно. Ну все, сказали, надо на доску встать, значит. Отпустить, а не держаться до последнего запала. Дальше доска обувается таким вот образом. Она вставляется в нога, вот сюда вот. Так вот вставляется. И вот потом на веревочке затягивается именно по ноге. Затягивайте, кстати, машину. Кто катался на доске вообще? На сноуборде. Многие знаете, у кого какие выступают, да? То же самое, тот же принцип, что на сноуборде. То есть вы выходите той ногой вперед, которая у вас, соответственно, на доске вперед. Это будет у вас отсюда. Ты на сноуборде не катаешь? Когда вы будете стартовать? Ну да, катаешься. Я буду. Мне просто давно это было очень. Катаюсь. Существует, во-первых, три знака. Так, ниже скорость, выше скорость. Все плохо, фал отпустил, бросил, подошли, забрали. Понятно. Это все не сложно. Все плохо, давай, давай. Все плохо, все бросаем. Просто, нет, ну я готов, хочу отпуститься. Да, вот одной рукой показываете, что вы отпустите. Да, вы отпустите. Да. Как бы я понял, что... Гнать не надо, да, уже можно тормозить. Дальше. Значит, когда вы опустились, взяли фал, сказали, что вы готовы, начинается старт. Только вы почувствовали, что катер стартует. Катер стартует. Катер, да. Значит, доска у вас будет одета на ногах, вы будете в таком положении находиться на воде. То есть вот вы будете лежать в воде. Фал у вас должен быть четко между ног. Руки, именно локти, не вот так вот, а именно вот так. Прямые ручки должны. Только вы почувствовали, что катер вас потащил, не надо упираться в воду. То есть надо быть плавучим якорем, пытаться его оттормозить с тобой, доской, все конструкции. То есть только вы почувствуете, что катер вас поставит, вам надо будет сделать ногами самое простое и самое сложное движение. То есть я понимаю, что надо, соответственно, делать это. Я должен вас... Ты лежишь. Значит, вот следующий момент. Когда вы почувствуете рывок катера, не надо наклоняться за ним вперед. Подаваться за фалом не надо вперед, так вы никогда не выйдете. Надо именно спину фиксировать. И вот в этом вот положении, вот в таком вот, уже делать что-то ногами. Только вы подадитесь вперед, соответственно, вы плюнете носом за катером, никуда вы не выйдете. Понятно, да? То есть надо держаться немножечко крепко, не подаваться вперед за катером. А катер, в свою очередь, если вы будете все правильно делать, он вас сам вытащит. То есть там не надо таких усилий делать. Не, ну в то же время лечь и упереться вот так вот всеми четырьмя тоже. Нет, наверное. Всеми четырьмя упираться не надо. Но надо держать свою спину и не сдаваться вперед за, именно за фалом. Именно за этим не надо бояться, не страшно. То есть в тот момент, когда вас уже почувствуете, что катер вас тащит, вы поехали, да? Вы ноги, соответственно, разворачиваете на воду, вытягиваете переднюю ногу, немножко поднимаете заднюю, и доску вы ставите. То есть у вас старт в этом положении, а доска у вас будет разворачиваться вот так вот. Воды. Не надо пытаться сразу выпрямиться, сразу встать на прямые ноги. Надо немножечко постоять на полусогнутых коленочках. То есть вы будете стоять, соответственно, вот так вот. Вот, будете стоять, вот так вот держаться. Потом, когда вы почувствуете, вы стоите, тогда надо. Ну, вы видели, как мальчик. Ну да, уярла, да? Вот не вот так вот ехать, вот не такой вот путь, а пытаться выпрямиться вот так. Вот. Поглядывайте на водителя, он вам будет подсказывать иногда, там, причем выпрямить спину, там, ну, развернуть, тут развернуть, кор... да, развернуть корпус. Хорошо, ниже скорость. Со стороны водителя, если я показываю куда-то пальцем, значит опасно. Бутылка плывет, что угодно. Ну, хорошо, обойтись.
Дальше такой момент, когда водитель показывает разворот, ваша задача стоять четко за катером, посередине за фалом, не вылезать ни вправо, ни влево. Понятно, да? Да? В одном случае ослабнет слишком трос, в другом разгонит. Как бы некоторые специально это делают для большего разгона, но вам пока это не нужно. Что, тепло тебе, девица? Да. Тепло тебе, красное? Да. Тепло, морозушка, да? Если не так много народу, я бы еще полчасика бы поболталась. А я, нет, я Федора еще спрашиваю, тепло тебе, это как мороз спрашивает девица. Еще. А всем, у кого есть коса, по ней отлично, как по петелю заболтать. Так значит, надо наружу было все-таки. Может... Quality, I possess, some say I'm fresh. When my voice goes through the mesh of the microphone that I am holding, copywritten lyrics so they can't be stolen if they all snap. Don't need the police, you're trying to say them, your voice will see. So peace, stay off my back or I will attack, and you don't want that. Veg 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 ketanum veg ketanum nachidive kudiye munde Punjabi nachide veg ketanum nachidive kudiye munde Punjabi nachide bangla de vich paan baliya bangla de vich paan baliya kol te tumbi vajde Skin, 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 skin